Развитие демографии, медицины, образование. Проект постановления Донского парламента о мерах по реализации послания президента России обсудили сегодня на заседании Комитета по законодательству. В документе определены 19 приоритетных направлений деятельности. В их числе создание условий для демографического развития, охрана материнства и детства, повышение качества жизни старшего поколения, преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции, поддержка предпринимательства. Нам необходимо создать тщательные условия и промониторить тщательное федеральное законодательство после его корректировки с тем, чтобы оперативно, максимально полно, качественно на нашем областном уровне принять все необходимые акты, направленные на реализацию послания президента Российской Федерации. Кроме того, депутатам областного заксобрания предстоит работа по корректировке регионального законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а именно их перевод в электронный вид. Принять проект постановления о послании президента планируется 17 мая на очередном заседании Донского парламента.